Приветствую вас, дорогие любители творчества! Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Ситникова. В начале ролика решила показать вам, что же у меня уже получается. Посмотрите, полюбуйтесь на эту красоту. И во второй части ролика, сейчас немножко похвастаюсь, покажу, заряжу вас позитивом, вдохновлю. Вяжите, девочки, вяжите эту красоту. Это просто что-то неимоверное. Ролик для начинающих, модель для начинающих. И получается вот такая красота. И к тому же можно связать любой длины, любого размера. На любой возраст такой сарафанчик подойдет как маленьким девочкам, совсем маленьким, так и взрослым девушкам и уже тетя. Значит, сейчас то, что вы видите, вот этот сарафан, весит 340 грамм. Здесь разная пряжа. Здесь Анна 16, здесь... Филодискозия восьмерка, филодискозия пятерка. Здесь я даже, вот вы видите, сейчас покажу на пол, лежит моточек, вот нашла кировскую розу. Можете себе представить, тоже сюда впихну. Вот она уже у меня вот здесь вот пошла в последнем ряду. То есть настолько интересная модель. Вы как художник ищете свои остаточки пряжи и начинаете их внедрять, предвкушая, фантазируя, что же у вас получится в итоге. Но чем не прелестная модель? Так что, мои хорошие, вяжите. Значит, можно оставить, в принципе, вот такую длину и даже не вязать кайму. Вы мне там писали, что кайма, возможно, здесь и неуместна. Я с вами соглашусь. Сейчас я свяжу, мне еще, наверное, сантиметров 20 нужно вниз, потому что такая длина, ну, не подходит мне. Здесь 84 или 82 сантиметра, если смотреть вот от самого плеча, то есть вот от бретели. Вот. И 340 грамм, по-моему, говорила. Я буду вязать еще сантиметров 20. Мне нужно более длинную, ну, длину больше. И еще, наверное, пойдет грамм 150 пряжи. Вот и считайте. Ну, давайте грубо. 350 плюс 150. 500 грамм понадобится на довольно-таки длинный сарафан. И на размер, ну, здесь, наверное, 46-50, потому что свободное, свободное, так скажем, облегание подойдет до 50-го размера. 48-50, даже 46. В общем, вот такой сарафанчик. Даже не знаю, буду ли я здесь сейчас, ну, как бы то, что я хотела, кайму, в принципе... Как бы и так очень-очень красиво. Я еще не стирала вот эту вещь. И после стирки, конечно же, постираю и расскажу вам, ну, что, как повела себя ниточка. Потому что здесь сборная солянка. Я же говорю, здесь и Анна 16, и Виолет, и филодискозия. И вот теперь уже... Кировская роза, вот здесь вот 20 грамм. У меня, кстати, девочки, очень классная пряжа. Я как-то про нее подзабыла, но очень приятно из нее вязать. Теперь, коль уже пошла такая пьянка, как говорится, расскажу о впечатлениях о пряже. Все-таки я приверженец более тонкой пряжи. Анна 16, вот просто, ну, метраж меньше я бы не хотела. Вот вы видите, как лежит, как играет, какое воздушное полотно, какое оно приятное и, ну, просто прелестная пряжа. Значит, расход у Анны 16 очень классный. Вот вы видите вот это расстояние, здесь, наверное, сантиметров 18, а то и 20. Это все один моточек.
Да, пардон, даже не один моточек. У меня здесь вот еще 20 грамм осталось. То есть я еще провяжу сюда, ну, где-то вот такую, два вот таких мотивчика вверх. Представляете, и это все Анна 16. Расход у нее очень экономичный. Если говорить о Фила Дескозе, вот здесь у меня пятерка, которая толстая, не восьмерка, а пятерка. Так, пардон, нет, это мадам Трикот Макси. Вот она, вот здесь. Да, она хороша, но если для ажура, то я бы все-таки взяла пряжу тоньше. Но опять же, сколько людей, столько и мнений. Я вам высказываю свое мнение. Для жакетов подойдет пятерка, вот Фила Дескозе. А для таких вот вещей ажурных и летних, ну вот такие, как летнее платье, летний сарафан, я бы все-таки вам рекомендовала Анну 16, вот кировскую розу, виолет, но не Фила Дескозе пятерка. Вот Фила Дескозе восьмерка, да, очень хороша. Ее еще сейчас здесь нет, но она пойдет, вот сейчас у меня закончится вот эта Анна 16, и я вам, конечно же, покажу, как будет в полотне лежать Фила Дескозе восьмерка. Ах, как хороша сюда эта сумочка. В общем, девочки, я в таком восторге, просто делюсь с вами своими эмоциями. Мне, ну, очень нравится. Я сама не ожидала, что получится вот такая красота. Ну, а сейчас давайте все-таки покажу и расскажу вам, как вязать эту красивую кайму. Спасибо вам за комментарии. Судя по вашим комментариям, я поняла, что очень многие хотят увидеть мастер-класс этой каймы. Конечно же, все покажу. И научимся читать и менять схемы. Все расскажу. Итак, вот эта красивая кайма. Вязать будем из ириса, итальянский ирис. Сейчас покажу вам, этой этикеточки у меня не сохранилось. Может быть, кто-то только что присоединился к нам. Вот такая шикарная пряжа. Она стоит недорого, до 100 рублей. И здесь потрясающий метраж. 450 метров на 50 грамм. 100% хлопок. Очень рекомендую. Итак, вяжем кайму. Но вначале я хочу вам показать еще одну схему. Схема каймы. Вот она. А вот еще одна схема. И вот смотрите, задумка у меня такая, что можно связать сначала, вот когда я закончу низ сарафана своего, сакура, я, возможно, пока не точно, продолжу вязать вот этим узором. Он вяжется так же, как и вяжется сарафан, то есть по всему диаметру изделия. А потом перейду на вот эту кайму. Очень будет красиво смотреться. То есть будет такая широкая кайма. Но это как вариант. Покажу вам вот эту схему. Если вам понравилось, делайте скриншот и вяжите. Но здесь вот этот попкорн, конечно же, можно заменить просто столбиком с накидом или с двумя накидами. Я бы, ну, наверное, тоже будет красиво, но неуместно в моем изделии. Просто провяжу здесь столбики под воздушную петлю, провяжу столбик или два столбика с накидом. Это такая задумка. Значит, это мы откладываем в сторону. Давайте теперь перейдем и рассмотрим, значит, схему узора, схему этой каймы. И я расскажу, что же я здесь поменяла. Во-первых, так, я не просчитала петли, сколько же мне нужно воздушек. Я набираю, вот смотрите, я набираю с запасом количество петель. Видите, у меня здесь хвостик. Этот хвостик потом очень легко убрать, поверьте мне. Я никогда не набираю петли впритык. Вот.
И я набрала произвольное, конечно, с запасом количество петель и начала вязать. Поэтому даже, честно говоря, я не считала петли. Ну, давайте все же посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22 петли набираете для начала вязания. Повторюсь, что я вам рекомендую петли набирать с запасом. У меня здесь, наверное, петель 30. И начинаем вязать. Что я изменила? Смотрите, мои хорошие, я вам сейчас покажу схему. Вот так вот, чтобы вся она вместилась. Вы можете сделать скриншот экрана, схему. К сожалению, не могу выложить во вкладке в сообщество в силу определенных причин. И что я поменяла? Здесь столбик с одним накидом я заменила на столбик с двумя накидами. Вот мое обозначение. И поменяла количество воздушных петель вот здесь. Значит, я вам оставлю так, как было. То есть здесь вот 5 воздушек. 5, 5, 6, 7, 6, 6, 5. Вот такое количество было по схеме. Но здесь столбик с одним накидом. Я пробовала оставлять вот это количество петель, но столбик с двумя накидами получается некрасиво. Поэтому, поменяв, изменив столбик с одним накидом на столбик с двумя накидами, я изменила количество петель. То есть у меня получилось 6, 6, 6, 7, 8, 7, 7, 6. Вы можете попробовать связать, как предлагает схема, но тогда вяжите столбик с одним накидом. И тогда будет красиво. Посмотрите, я думаю, что я попала в плотность, вот изменив количество петель, собственно говоря, и поменяв столбик на столбик с двумя накидами. Очень красиво смотрится полотно. Итак, первый ряд. Первый ряд вы свяжете самостоятельно, ну, поскольку вот он, раппорт узора у меня закончился. И сейчас у меня второй ряд. Что вы сделаете? Наберете 22 воздушные петли, повторюсь, делайте с запасом. Еще 3 воздушные петли подъема, 4 воздушные петли подъема, потому что у меня столбик с двумя накидами. Дальше провязываем 3 столбика с двумя накидами, 2 воздушные петли, столбик с двумя накидами, 2 воздушные петли, столбик с двумя накидами, 2 воздушные петли, столбик с двумя накидами, 2 воздушные петли, еще такой же столбик, 2 воздушные петли и 4 столбика с двумя накидами. Вот это будет ваш первый ряд. Все очень-очень просто. Ну, а мы приступаем вязать второй ряд. Я оставлю схему в кадре, чтобы вы еще учились, расшифровывать схемы. Я знаю, что у меня много начинающих на канале, чтобы вы понимали, где мы находимся. Сейчас мы находимся вот здесь. Итак, поехали. Значит, 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. Разворачиваем вязание. 2 накида на крючок. И в эту же точку провязываем столбик с двумя накидами. Раз столбик провязали. Второй столбик с двумя накидами в эту же точку провязали. И еще один столбик с двумя накидами, провязанный в эту же точку. Все. Дальше мы делаем 12 воздушных петель. Вот они, видите? Но здесь получается 10 по схеме, то есть 5. 5 сюда, 5 сюда. Хотя здесь почему-то нарисовано 5, но это неправильно. В общем, делаем 12 воздушных петель и провязываем столбик с двумя накидами. Получается, смотрите, раз, здесь у вас же будет провязано 4 столбика, вот в последний, вот в этот столбик, если мы двигаемся туда. Итак, 12 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 2 накида на крючок. Ищем вот этот столбик. Посмотрите. Вот он будет у нас. Вот они 4. Вот в этот столбик провязываем столбик с 2 накидами. Провязали. Здесь у нас арочка из 2 воздушек. Под нее всегда на протяжении всей схемы мы будем провязывать 2 столбика с 2 накидами. 2 накида на крючок. И теперь вот в этот, прям в макушечку следующего столбика, который идет за арочкой, еще столбик с 2 накидами. Вот мы заполнили нашу одну вот эту клеточку. Дальше смотрите, все очень просто. 2 воздушные петли над столбиком предыдущего ряда, столбик с 2 накидами. Так идем до конца ряда. И в конце ряда 4 столбика с 2 накидами. Видите, все как просто. Итак, вяжем. 1, 2, 2 воздушные петли. Ищем вот этот столбик и провязываем над этим столбиком столбик с 2 накидами. Ну, я не буду повторять, как попугай. Так идем до конца ряда практически. 2 воздушные петли, 2 накида, и вот в эту макушечку столбика, только в макушечку провязывайте, не под арочку, а в макушечку. Это очень важно. Потому что если подарочку, не будет стабильное полотно. Будет шаляй-валяй. Так, 2 воздушные петли. И вот они, наши 4 вот этих столбика. И в каждую макушечку каждого столбика мы провязываем столбик с 2 накидами. 1 столбик. Камеру не очень удобно вязать, но все-таки я постараюсь. Вот здесь еще одна хитрость, о которой вам рассказываю. Вот я 3 столбика провязала, а 4 я провязываю вот сюда между столбиками, не в воздушные петли подъема, а между столбиками. Тогда получается вот такое очень красивое и ровное полотно. Все. У нас второй ряд. Так, смотрела в камеру, не туда попала. Сейчас, мои хорошие. Видите как? Вот сюда. А я через ряд прошлась. Все, второй ряд готов. Поворачиваем вязание. Мы сейчас находимся вот здесь. Что у нас здесь? 3 воздушные петли подъема. Дальше 3 столбика с 2 накидами. Потом 2 вот эти вот арочки. 3 арочки. И потом вот в последнюю, значит, вот эту клеточку провязываем 4 столбика. Поехали. 1, 2, 3, 4 воздушные петли. 2 накида на крючок. И смотрите, не сюда же, а вот сюда. Там у нас из того столбика идет как бы столбик наши воздушные петли, которые тоже являются столбиком. Так, чтобы не растягивалось. Видите, петля растянулась. Не надо, надо подхватывать 2 петли, чтобы вязание было красивым. Каждый столбик провязывайте очень-очень аккуратно. И последний столбик вот сюда. Провязали 4 столбика, 2 воздушные петли, 2 накида, и над столбиком, не под арочку, а прямо в макушечку столбика, провязываем столбик с 2 накидами. Итак, делаем
3 вот такие манипуляции. То есть вяжем 3 эти арочки. 2 накида. И сюда. Три арочки. 3 у нас получилось. Смотрите, 1, 2, 3. А вот эту арочку, вот она у нас, мы уже заполняем. Здесь нужно внимательно смотреть на схему. Что мы делаем? 2 накида на крючок под арочку из двух воздушек. Столбик с двумя накидами. Еще один столбик с двумя накидами сюда же. И еще один столбик уже в столбик. Не под арочку, а в столбик. Зафиксировав вот эту вот клеточку нашу. Провязали. Теперь мы дальше видим здесь 5 воздушек. У меня 6 воздушек и столбик без накида под арочку предыдущего ряда. Вяжем. Делаем 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Под арочку вяжем столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6 воздушек. И вяжем теперь вот этот, как это сказать, перевернутую пирамидку. То есть 2 накида на крючок. И смотрите, вот сюда, не сюда, а вот сюда, вот в этот столбик вяжем 3-4 столбика в эту точку с двумя накидами. 2 столбик, 3 столбик и 4. Все, наш ряд закончен. Вот что у нас получается. Итак, 4-й ряд. Мы находимся сейчас вот здесь. Нам нужно перейти на вот этот ряд. Разворачиваем вязание. Делаем 4 воздушные петли подъема. 1, 2, 3, 4. 2 накида на крючок. Вяжем эту нашу перевернутую пирамидку, то есть провязываем еще 3 столбика с двумя накидами в эту одну точку. Петли подъема у нас будут являться нашим столбиком. Провязали. 6 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Под арочку, вот здесь вот арочка у нас из 6 воздушек, провязываем столбик без накида. Ищем наш столбик без накида предыдущего ряда, где мы присоединялись к арочке, в него же столбик без накида. Еще один столбик теперь с другой стороны арочки. Провязали. 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. 2 накида на крючок. Здесь внимание. Вот эту арочку мы пропускаем, которая заполнена не арочку, а квадратик. И в последний столбик, смотрите внимательно, вот сюда, последний столбик этого квадратика, в его макушечку провязываем столбик с двумя накидами. Вот так. 2 накида на крючок. Теперь заполняем вот эту клеточку. То есть сдвигается наше вязание постепенно, то в одну, то в другую сторону. Заполним клеточку, как я уже говорила, всегда 2 столбика с двумя накидами под арочку из 2 воздушных петель. И еще один столбик вот сюда, вот в эту макушечку. Все, мы сдвинули наше вязание, видите, заполненные арочки. Делаем 2 воздушные петли, 2 накида на крючок. И здесь у нас получится теперь 2 арочки. То есть 2 пустые вот эти клеточки. 1, 2, 2 накида.
И здесь получается 4 столбика с двумя накидами. Вот что получается. Раз мы провязали, второй столбик провязали, третий столбик. Только внимательно смотрите, куда вы вяжете, куда вы вступаете крючком. 3. А четвертый между вот этими столбиками. Я уже вам говорила об этой своей хитрости. Все. Четвертый ряд наш готов. Мы находимся сейчас вот здесь. Пятый ряд. Опять 4 воздушные петли подъема. Здесь у нас теперь получается 1 арочка. И заполняем вот эту клеточку, которая у нас на ряд ниже. Вяжем. Разворачиваемся. 4 воздушные петли. Поскольку столбик с двумя накидами. 3 столбика с двумя накидами. То есть в итоге получается 4, потому что петли подъема наши тоже являются столбиком. 2 воздушные петли. Вот я провязала не в столбик, видите? Надо в столбик, вот прям четко, чтобы было в столбик, а не под арочку. Ну, когда вы будете сидеть удобно, смотреть удобно, у вас должно получаться аккуратно. Так, 2 воздушные петли. Пропускаем вот эти 2 воздушки, а в столбик провязываем столбик с двумя накидами. И начинаем заполнять теперь вот эту клеточку. 1 столбик мы провязали. Теперь 2 столбика мы провязываем с двумя накидами под арочку. Это у нас 3 столбика, а четвертый в столбик фиксируем нашу клеточку. Столбик с двумя накидами. И теперь у нас уже идет 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вот мы находимся сейчас вот здесь. Провязали 7 воздушных петель. Под арочку провязываем вот сюда столбик без накида. И наши столбики, здесь у нас их теперь уже 3 в каждый. Провязываем столбик без накида. И еще один столбик, то есть это уже получается 5-й. Провязываем вот сюда под арочку. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И здесь у нас вот эта перевернутая пирамидка. Только в первый столбик, не в последний. А в первый столбик мы должны провязать 4 столбика с двумя накидами. Где-то вертолет летит. Сейчас очень раннее утро. Я тороплюсь, чтобы все эти пылесосы не начали ездить. Пока не очень шумно. Так вот, вертолет летит. Все, наш ряд закончен. Итак, 6-й ряд. Мы сейчас находимся вот здесь. Поднимаемся и вяжем обратный ряд вот сюда. Что мы делаем? Разворачиваем вязание, делаем 4 воздушные петли подъема, 3, 4, вяжем нашу пирамидку перевернутую в эту точку. Раз, два, 2 столбика. 3 столбика, если считать петли подъема. И 4 столбика. Теперь мы вяжем 8 воздушных петель. То есть мы были вот здесь. Вот здесь у меня 8 воздушных петель. На схеме 7. Так, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7,
8. Под арочку вяжем столбик без накида. Мы потом подвинем это все. И здесь у нас 5 столбиков без накида. Значит, в каждый столбик вяжем 5 столбиков без накида. Провязали, то есть всего получилось 6, и 7 с другой стороны под арочку провязали. 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь у нас уже, видите, уже нет арочек. Самая широкая часть вот этого ананасика. Здесь у нас все столбики с двумя накидами. Их у нас получается 7 штук. Два накида на крючок. Смотрите. Вот сюда. Не сюда, а вот сюда. Вот в эту точку. Вот это у нас клеточка, но нам надо сместиться. Поэтому вот в этот столбик, в его макушечку провязываем столбик с двумя накидами. Теперь столбик с двумя накидами под арочку из двух воздушных петель. И 4 столбика с двумя накидами. Это вот наша кромочная, так скажем, которая постоянно. И в итоге получится у нас 7 столбиков с двумя накидами. Так, последний столбик вот сюда. Провязали. Все, теперь это была самая широкая часть каймы. Разворачиваем вязание, и у нас 7 ряд. Все то же самое. 4 воздушные петли подъема. Еще 3 столбика с двумя накидами над столбиками с двумя накидами предыдущего ряда. Две воздушные петли вот в этот столбик, вот его хорошо видно, мы провязываем столбик с двумя накидами и под арочку, где у нас воздушные петли были, мы провязываем еще 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. Провязали. Теперь идет 7 воздушек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И наш ананасик теперь пошел на сужение. То есть мы один вот этот столбик пропускаем, а в следующий вяжем столбик без накида. У нас там было 7, теперь мы 5 столбиков без накида. У нас получается 2, 3, 4 и 5. То есть по столбику без накида предыдущего ряда мы оставили в покое по краям, и ананасик пошел на сужение. Вот они, эти 5 столбиков. Здесь теперь посмотрим, что мы должны сделать дальше. 7 воздушек у нас, 3 столбика с двумя накидами под арочку и один вот вот сюда вяжем. Схема просто требует внимания. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Подарочку 3 столбика с двумя накидами. 1, 2, 3. А четвертый вот сюда.
все, ряд наш закончен. Потом вот эти вот столбики, они все на место встанет, отпарите, подвинете, и все будет очень красиво. Сейчас, конечно, не очень красиво все смотрится. Так. Итак, восьмой ряд. То, что вообще никак, никаким образом не показано на схеме. Мы сейчас находимся вот здесь, но нам нужно попасть вот в эту точку. Как это сделать? Естественно, здесь ничего не показано. Показываю. Значит, разворачиваем вязание, делаем одну воздушную петлю, и теперь мы идем до четвертого столбика вот такими соединительными столбиками, или слепая петля, или тамбурный шов. Вот раз, в следующую дырочку воткнули, два, три, и в столбик 4. Вот таким образом мы в нужной нам точке. Здесь 4 воздушные петли подъема и 3 столбика подарочку. Сколько там? 7 воздушек было. Раз, два, три. Теперь делаем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять у нас же ананасик на сужение пошел. Оставляем один столбик непровязанным, а в следующий провязываем столбик без накида. 1 столбик, 2 столбик и 3 столбик без накида. 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь внимательно давайте посмотрим, где мы находимся. Вот здесь. Значит, что у нас? Подарочку 4 воздушные петли в столбик, над столбиком столбик. И вот эти вот уже пошли арочки у нас из 2 воздушных петель. Вяжем 2 накида, подарочку 3 столбика с 2 накидами. 2, 3, 4 столбик в макушечку, вот сюда прям, внимательно рассмотрите, сейчас, вот сюда, столбик с 2 накидами, и теперь 2 арочки мы должны сделать. 2 воздушные петли вот сюда, столбик с 2 накидами, видите, еще 2 воздушные петли и сюда, вот что у нас получается. Это 1 столбик. Сейчас нитка, на нитку отмотать. Два столбик. Три и четвертый, как я вам показывала. Все, ряд закончен. Всегда закончили ряд. Ну, пока будете изучать этот узор, проверьте, что у вас там получается. Правильно ли вы заполнили клеточки. То есть, вот у нас 2 клеточки свободные. Вот они, 2 клеточки свободные. 9-й ряд. Что мы делаем? Петли подъема. Делаем 3 арочки. Потом подарочку вот здесь. Вот у нас уже столбики с 2 накидами. Давайте вяжем. На самом деле не сложно, но требует внимания. 1, 2, 3, 4,
Раз. Два. Три. Две воздушные петли. Два накида на крючок в столбик вот сюда. В макушечку столбика. Столбик с двумя накидами. Две воздушные петли сюда. Вот прям вот в макушечку столбика. Столбик с двумя накидами. Две воздушные петли вот в этот столбик. Вот они, наши три арочки, три пустых квадратика получились. И еще под арочку у нас три столбика с двумя накидами. Раз, два, три. Теперь 6 воздушных петель. 2, 3, 4, 5, 6. У нас остался один центральный столбик без накида. Там же у нас 3 было. Теперь мы пропускаем по бокам 2, а в центральный провязываем столбик. И еще 6 воздушных петель. 5, 6. Теперь 2 накида на крючок. Под арочку вяжем. 3 столбика с двумя накидами. И четвертый вот сюда. Провязали. 10-й ряд. Переворачиваем вязание. Делаем, обязательно делаем воздушную петлю. И движемся слепыми петлями глухими в нужную нам точку. Вот. Все. Делаем 3-4 воздушные петли. Под арочку провязываем 3 столбика с двумя накидами. Так, это 2. Две воздушные петли под следующую арочку с другой стороны, то есть зеркальное отражение пошло у нас. Опять же, 3 столбика с двумя накидами. И 4 столбик в столбик рядом лежащий, так скажем. Провязали. И теперь мы находимся вот здесь. Вот они наши вот эти вот арочки. Осталось совсем чуть-чуть. И золотой ключик у нас в кармане, да? Так, раз, два, две воздушные петли. Вот сюда столбик с двумя накидами. Две воздушные петли. Столбик с двумя накидами. Делаем наши вот эти вот арочки. Только внимательно, повторюсь, именно в столбик, в его макушечку. Не под арочку, а в его макушечку. Тогда вязание будет очень красивым, стабильным. Так, ну и вот наши кромочные. Раз. Два. Три. И четвертая вот сюда между столбиками. 4. Давайте посмотрим, что у нас получается.
получается вот такая красота, которая потом разгладится и будет очень красиво. Ну и все, последний ряд — это уже, можно сказать, первый ряд. Сейчас мы разворачиваем вязание. Ну, давайте вместе с вами, чтобы уж до конца. 4 воздушные петли, чтобы вы все поняли. Так, что-то тут прицепилась какая-то фигня. Коты бегают, шерсть. Так. Две воздушки. Пошли наши столбики, наши арочки. Две воздушные. Это у нас идет уже, можно сказать, филейная сетка. Две воздушные. Вот. Две воздушные. Вот сюда, в этот столбик. Столбик с двумя накидами. И подарочку из двух воздушных мы провязываем 2 столбика с двумя накидами. И еще один столбик в столбик рядом лежащий. Все. Дальше у нас пойдут. Вот отсюда вы начнете. Вот он. Это уже следующий ананасик. То есть сделаете 4 воздушные петли, провяжете перевернутую пирамидку, ну и пошло как пошло. То есть вот мы сейчас с вами уже провязали первый ряд следующего узора, следующего раппорта. И вот так вот будете идти по схеме. Ну а кто еще начинающий, будете подсматривать в мой мастер-класс. Ну вот, мои хорошие, на этом урок закончен. Надеюсь, он вам был полезен. Подписывайтесь на канал, очень много интересного. Поставьте пальчик вверх, мне будет очень-очень приятно. Я вас всех обнимаю, всех люблю. И до скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.